старые фотографии. На них запечатлены мгновения давнего прошлого, люди, которых мы уже никогда не увидим. Этим фотографиям более 100 лет. На них учителя и ученики православной школы в Ливане. О таких школах, существовавших на Ближнем Востоке во многом благодаря попечению Императорского православного палестинского общества, и будет наш сегодняшний выпуск передачи «Хранители памяти». Ближний Восток – загадочное место, сыгравшее важнейшую роль в истории человечества. Из его песков и оазисов вышли три мировые религии. И хотя сейчас на этих землях преобладает ислам, мы не должны забывать, что задолго до его появления жители древней Иудеи услышали слова Спасителя. Однако за всю историю христианства христианам на Ближнем Востоке часто приходилось нелегко. В начале 20 века на территории Сирии, Ливана и Палестины проживало более 500 000 православных. И православная община сталкивалась с многочисленными проблемами. Бедностью, низким образовательным и культурным уровнем, бесправием. Положение тел изменилось после того, как палестинское общество начало довольно значительную работу проводить в Иерусалимском патриархате. Там открывались приюты для паломников, а для местных жителей были открыты несколько школ. И видя вот эту вот деятельность, иерархия Антиохийской церкви пригласили палестинское общество открывать школы и в Антиохийском патриархате, к ведению которого относятся Ливан и Сирия. Особенно доверительные отношения у палестинского общества сложились с патриархом Милетием и затем патриархом Григорием IV. В Белеменской духовной семинарии, это главное учебное заведение патриархии, преподавались русский язык и литература. А лучшие выпускники за счет средств патриарха отправлялись на учебу в богословские заведения России. Также очень большую роль в развитии учебных заведений сыграл митрополит Хомса Афанасий. К 1910 году в Ливане, Сирии и Палестине были открыты 95 школ, которые относились к ведению палестинского общества. Наибольшее количество школ палестинского общества находились в Ливане. Более 45 школ. Школы находились в крупных городах Бейруте, Триполи, но также и в каких-то небольших населенных пунктах. И, кстати, даже до сих пор потомки этих учеников помнят об этом. В частности, в Амьюне русских встречают очень торжественно, просто действительно с любовью. В ведении Императорского православного палестинского общества на Ближнем Востоке были 95 школ и 2 учительские семинарии. В этих учебных заведениях ежегодно обучалось более 10 тысяч учеников. Вести такую деятельность в арабских государствах было непросто. Успех этого дела стал возможным благодаря сотрудничеству консулов, инспекторов и учителей с местным православным духовенством. Алексей Петрович Беляев, консул в Дамаске, поддерживал сирийских иерархов советами, представительствовал за них у дамасского генерал-губернатора, координировал действия с влиятельными и богатыми членами православной общины. Компанию Беляеву часто составлял другой представитель России, инспектор школ палестинского общества Дмитрий Федорович Богданов.
Богданов добился авторитета благодаря самоотверженной и добросовестной работе по улучшению системы образования для православных арабов. В ведении русского инспектора находились десятки школ, разбросанных на большом расстоянии. Он был глубоко погружен в жизнь арабского общества, вел переговоры с местными жителями, прослушивал учеников на уроках, организовывал работу служащих школ, умело улаживал различные недоразумения. Большое значение имела финансовая и организационная поддержка со стороны России. В инспекционных поездках по городам и селениям, в которых находились школы, подведомственные палестинскому обществу, нередко участвовали видные российские чиновники. Большими событиями для православных арабов становились большие инспекционные поездки деятелей палестинского общества. За более чем 20 лет были организованы поездки с руководством Извольского, будущего оберпрокурора Синода, Аничкова, это заместитель министра народного просвещения, Кахманского, Истомина. А в Бейруте, Иерусалиме и Дамаске находились русские консульства, которые также занимались делами православных арабов. В крупных городах работали русские учителя. Сейчас в крупнейших русских городах тоже есть православные школы. После периода советского безбожия православие, словно в чужой стране, прокладывает себе дорогу в родном государстве. Но в отличие от православных школ, существовавших в начале прошлого столетия на Ближнем Востоке, эти учебные учреждения государство не поддерживает, и они остаются частной инициативой. В отличие от школ, находившихся в ведении палестинского общества, они не похожи друг на друга. В одной – уклон в рукоделие, в другой – в музыку, третья оказывается еще и медицинской. Естественно, в отличие от Ближнего Востока начала прошлого века, нет никакого разделения на мужские и женские учебные заведения. Общим во все времена в православных школах остается только одно – важность нравственного воспитания. Эту цель преследуют и педагоги, преподающие основы православия в некоторых обычных школах. В любом случае, какое-то зерно, крупица какого-то добра, именно того фундамента мы закладываем. Рассказывают о хороших делах, как надо себя вести в школе. Надо помогать им или приносить что-то хорошее. Вряд ли кто-то в дореволюционной России мог себе представить, что в ней самой, о плоти православия, надо будет создавать православные школы. Впрочем, эта практика еще не знакома многим российским городам. А чтение Евангелия и беседы о нем, некогда вполне естественные для учеников ближневосточных православных школ, в современной России остаются прерогативой школ воскресных. Для нас важно создать пространство общения детей, то есть чтобы они могли общаться с такими же детишками, то есть чтобы мировоззрение их совпадало, было одинаковое. И воцерковление, то есть чтобы они жили христианской жизнью, то есть чтобы они участвовали в литургии. Во все времена в школах была важна роль учителя, педагога. В истории православных школ Ближнего Востока навсегда останется имя Марии Александровны Черкасовой. Выучив арабский язык, она более 25 лет своей жизни посвятила школьному образованию православных арабов. За эти годы она открыла или взяла под свою опеку 6 школ в главном городе Ливана – Бейруте. Черкасова стала частью истории Бейрута. Ее прозвище «Мама» названа одна из современных улиц. Значительный вклад в организацию школьного дела в Палестине внес русский школьный инспектор Александр Иванович Якубович. Он организовывал для православных учеников продолжительные прогулки по библейским местам, работал над созданием учебников, совершенствовал работу учительской семинарии в Назарете. Вероятно, арабские дети были привязаны к нему и его коллегам так же, как современные дети привязываются к своим учителям, открывающим им особую духовную сторону этой жизни, помогающим разобраться в том, что правильно, а что нет, и что это такое быть христианином.
Наши преподаватели, они направляют нас к Богу, к жизни. Эти дети очень мало знают о религиозной розни. Их храм беспрепятственно оглашает округу колокольным звоном. А вот их православные ровесники, жившие на Ближнем Востоке, могли только мечтать об этом. Здесь по нескольку лет православные общины не могли добиться согласия на установку колокола в церкви. Ведь мусульмане к христианам относились враждебно. Летом 1860 года они устроили антихристианский погром в Дамаске. В результате погрома погибли тысячи православных арабов. Другим примером проявления религиозной нетерпимости стал Аззебеданский инцидент. В городе Аззебедани местный митрополит хотел повесить колокол, однако представители мусульманского большинства не разрешили это делать, и в запальчивости митрополит пригрозил заступничеством стороны России. Это вызвало негодование большинства мусульманского, и в результате в городе случились погромы. Секретарь палестинского общества Дмитриевский прибыл в Аззебедани и приложил максимум усилий, чтобы нормализовать здесь ситуацию, и призвал православных простить те обиды и оскорбления, нанесенные. Однако успешная деятельность православных школ вызывала уважение мусульман. Муфти Хомса даже выражал пожелание, чтобы были созданы смешанные школы, в которых дети мусульман обучались бы вместе с христианами. Деятельность палестинского общества значительно укрепила авторитет России на Ближнем Востоке начала XX века. У ряда православных арабов возникла глубокая привязанность к России. Императорское православное палестинское общество наладило на Ближнем Востоке тесные связи с православным духовенством всех уровней, администрацией, различными религиозными общинами. Его просветительская деятельность была прервана в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но и сейчас на улицах Иерусалима или другого ближневосточного города вы можете встретить арабов, которые, признав вас русских, обрадуются вам как родным и с гордостью сообщат, что они тоже православные. В нашей передаче мы еще не раз встретимся с сотрудниками Музея истории и религии. Но эти встречи уже не будут связаны со старыми фотографиями. Наш рассказ о императорском православном палестинском обществе подошел к концу. Всего вам доброго! До свидания!